Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами в вольера красавчика Персика. И Персик. У него игривое настроение. Он сам по себе такой компанейский паренек. И всем своим видом демонстрирует, что не прочь поиграть. Скажи, Персик, не с кем поиграть? Даночка, моя подружка, не захотела со мной дальше жить. Стал я слишком большим, сильным и энергичным для нее. Вот. Все отмечают, какой персик красивый. Повалялся ты чуть-чуть, да? Хочешь вот тебя сфотографировать, сейчас будем щелкать. О, даже взгляд у него не такой холодный, как у хищников. А такой добрый, спокойный взгляд, хотя сам он шустрый и бойкий. Все гуляют. Персик, львиный рык ничуть не смущает. Он уже к нему привык. Вот так вот за день персик и наматывает несколько километров, обходя свой вольерчик. То пойдет поздоровается с соседом гиеной. В уголок зашел персик. Все, куда-то ушел.